И она написала на доске вот это, на березе, на дубе, на тополе. И вот так стала, говорит, ребята, угадайте, кто вот так написал. А ты что, Карин, в школе с углубленным изучением расизма, что ли? Да. Блин, ну я же вам рассказывала, это реальный прикол, что я один раз, единственная из класса, после этой ситуации, когда я уже такая, мне надо учиться, единственная написала диктант на пятерку, учительница говорит, Карина, встань, начала меня хвалить, говорит, такая молодец, и повернулась в класс, говорит, ребята, я не понимаю, почему Хачиха должна дать русский язык лучше, чем вы? Жестко. Блин, у нас массовка, пусть говорят. Выносите тест ДНК.